Как рассказал источник в медицинских кругах, за день до смерти актеру решили сделать компьютерную томографию. Состояние артиста было настолько тяжелым, что вести его куда-то было нереально. В итоге врачи прямо в палату привезли рентген-аппарат. Медикам было крайне важно понять, насколько поражены легкие. Обнаружилось, что легкие поражены тотально, в процентах сказать невозможно, так как рентген их не определяет. Тогда уже стало понятно, что у народного артиста нет шансов.